Привет, Оля. Пока. Сегодня у нас на интервью модель Евгения. Евгения, представьтесь немножко о себе. Ну, знаешь, еще должна быть вставка с полицией. Евгения Таланина, 19 лет. Родилась в городе Нижний Новгород, судимости не имею. Окей, давай сразу начнем с вопросов. Твой опыт съемок. Сколько лет, месяцев, дней? Наверное, 11 месяцев, потому что именно в мае будет целый год, как моя профессиональная карьера. Окей, а как твои родители отнеслись к тому, что ты решила стать моделью и, скажем так, не самого легкого жанра? Скажем так, то, что мама делает вид, то, что она этого не знает, а папа за меня рад и поражается тому, то, что каких успехов я смогла достигнуть за один год. То есть, в принципе, тебе не сказали, что если ты будешь сниматься полуголая, то мы тебя выселим из дома, и ты будешь... Я с 16 лет живу одна, так что, думаю, им бы некуда меня выселять. Окей. А как ты думаешь, какие три самых важных качества для модели? Я думаю, это коммуникабельность, потому что самое важное — это общение с фотографом. Когда ты поймал волну с фотографом, то у вас все получится прям вообще идеально. Во-вторых, это индивидуальность, потому что каждая модель должна делать что-то свое, что-то индивидуальное, того, что не делает никто. Ну и, естественно, фантазия, потому что без фантазии ты не сможешь вообще ни позировать, ни делать чего-то особенного. И часто сталкиваюсь с тем, что модели идут чисто по стандартным критериям позирования, которые, в принципе, сейчас уже никто не котирует. Ну, то есть стало так, готово. Да. Окей, а как ты готовишься к своим съемкам в плане, там, не знаю, маникюр, педикюр, прическа? Окей. Нет, на самом деле, типа, просто я привыкла сама краситься с утра, и я никак к этому особенно не готовлюсь. Хотя, если бывают какие-то важные журнальные съемки, естественно, ты там сам утрище по стилистам, по визажистам. А так, нет, ничего особенного. Ну окей, а в плане моральной подготовки, может, ты, не знаю, чем-то вдохновляешься перед съемкой, то есть, ну, тебе там написал классный фотограф, ты такая, блин, ну, нельзя обосраться перед ним. Нет, я просто всегда сама по себе, и типа, нет, вперед, к подвигу. Окей, понятно. Опиши идеального фотографа для себя. С которым можно прибухнуть после съемки. Ну, а в плане вот работы, может быть, есть какие-то конкретные критерии, которые, ну, определяют для тебя, что, ну, вот с этим фотографом ты готова там, ну, и не раз поработать? Для меня самое важное – это чтобы мы с фотографом нашли общий язык, и чтобы мы могли с ним контактировать, чтобы съемка была не загруженной, типа, так вы стоите друг напротив друга и молчите, и никто не понимает, что от кого что нужно, так, типа, поугарали, повеселились, в общем-то, просто открытое, хорошее общение, все. Ну, то есть, опять же, коммуникабельность, да, по сути. Окей, а какие бы советы ты могла дать начинающим моделям? Не только в жанре, там, new, topless и так далее, а в плане вообще модели. Я хочу сказать то, что самое главное, это нужно поставить перед собой цель и время, за которое ты хочешь ее добиться. Единственная цель, которая у меня была, когда я начала работать с моделью, я такая, вау, хочу побывать на обложке, ну, хочу побывать в журнале, хочу свой журнал. И я к этому пришла спустя полгода, и у меня есть свой первый журнал на руках, и это круто. Но просто нужно ставить перед собой цель, когда ты ее достиг, ставь цель в два раза выше, и всегда у тебя будет к чему стремиться. Окей, давай, следующий вопрос. Испытывала ли ты стеснение на своих первых съемках? Нет. То есть вообще абсолютно спокойно, нет, свободно? Нет, ну знаешь, да, моя первая съемка проходила вместе с моей подругой, для ее только салона, и это было испать, типа, блин, а что, все снимать, что ли? Она такая, да, все, я такая, ну, в принципе, пофиг. А, то нет. Есть не бывает такого, что тебя там, не знаю, бросают в краску, и ты такая, ой, я... Нет. А чему стесняться? Окей. Следующий вопрос. Чем ты увлекаешься? Кем работаешь, помимо того, что ты, ну, зарабатываешь на съемке? Я никем не работаю. Налоговая, нет, не работаю, хватит с меня списывать.
Я никем не работаю, но увлечение у меня море. Это начиная, к примеру, спортом, когда у меня есть на это время, заканчивая самой банальщиной, люблю рисовать. Вот, ну как бы... Ну, то есть ты многосторонний? Типа того. Хорошо. А съемка твоей мечты для кого, где, у кого? То есть, ну, это может быть какой-то журнал, в который ты, ну, еще не попал, но хочешь попасть. Может быть, есть фотограф, которого ты хотела бы заманить в свои сети? Фотографа, с которым я хотела поработать, у меня уже получилось поработать, и что меня не может не радовать. Что бы я хотела, не знаю, честно, типа, у меня очень много проектов в голове, которые я хочу осуществить, и, в принципе-то... Нет, я не знаю, как это вопрос правильно. Ну, то есть, по сути, у тебя нету такого, что в голове где-то запланирована съемка, и ты хочешь ее сделать прямо вот с определенным человеком в определенном месте и в определенном журнале напечатать. То есть, ну, как бы, как оно есть, так оно и будет. Да. Главные ошибки начинающих моделей. Я не знаю ошибки. Но... Мне кажется, то, что в какой-то момент даже у меня было такое, то, что ты понимаешь, то, что нифига себе, я за полгода сделала то, что некоторые не делают за 5 лет. И начинаешь немножечко расслабляться. Типа, а да ладно, заказы сами придут, мне для этого ничего не нужно делать, никакой СММ, никакой вообще пиар мне не нужен. Просто начинаешь задирать голову, а этого делать не стоит. Почему? Потому что всегда есть к чему стремиться. Ты всегда можешь приумножить свой результат. И я прибыла в таком состоянии буквально пару месяцев назад и поняла то, что «Хэ, хороший чувак, нет, ты не самый лучший, есть лучше еще тебя». Вот. То есть, ну, по сути, главная ошибка – это сидеть на жопе ровно и ничего не делать. Ну да, звездонутость. А, понятно. Вопрос для тебя вполне ориентированный. Можно ли зарабатывать на этом на жизнь, только снимаясь? Да. Можно, конечно, зарабатывать на этом на жизнь, но... Всегда ты должен понимать то, что это нестабильная работа, то, что у тебя не всегда может быть по 5 съемок в день, не всегда у тебя может быть даже по 10 съемок в месяц. Как бы нужно всегда иметь что-то там, какой-нибудь запас под рукой. То есть, либо подушка безопасности в виде какой-то работы, пускай лайтовой, да, да, да. Окей, если не секрет, сколько? Что? Зарабатываешь. Ну так, в среднем, пускай там, не знаю, вряд ли бывают такие ситуации, что ты не выходишь за прожиточный минимум. То есть, ну, наверняка есть какая-то средняя сумма, которую... Ну, в общем, хочу сказать так, потому что сотку можно заработать спокойно. Ну, вообще не напрягаясь. Ну, конечно, напрягаясь, катаясь по городам, но, скажем так, лайтово, сотку спокойно. Ну, хорошо. Например, если сидеть в одном городе, то есть, ну, например, человек не хочет никуда ездить, или у человека нет возможности поехать. Все зависит от города, потому что в своем городе я вот так спокойно не напрягаюсь, заработаю максимум полтинник. Полтинник, окей. Ну, например, вот мы сейчас в Питере, сколько здесь не напрягаюсь, ты заработаешь? А в Питере точно столько же, потому что Питер город халтурщиков. Окей, Москва. В Москве спокойно 150. 150 вообще, ну, как бы... Палец о палец не ударяя. Ну, типа, да, там каждый день по съемочке, что-то там еще, что-то еще. Но вот чистыми, если считать там вот без всяких вычетов, ровно 150, можно заработать спокойно. Но учитывая то, что это нужно еще на квартиру, на питание, на проживание. Ну, остаться, ну... Самая серьезная твоя съемка. Для кого? Наверное, я не хочу сказать самая серьезная, но самая ответственная для меня съемка это была с Лениным. Не знаю, но вот просто я... Мне нравится этот фотограф, мне о нем все говорили, то, что Жень, ты обязательно должна поработать с Лениным. Но это будет потом, там, года через 3, когда ты уже будешь на пике популярности. И вот мы недавно с ним поработали, и очень офигительный фотограф, с ним легко и круто, и фотки, которые мы с ним сделали, сразу попали в топ вообще, и это прям мега круто. Окей. А вопрос более личного характера. Фотографы пристают на съемку? Ни разу не было. Вообще ни разу. Ну, были мягкие намеки о том, что «Хей, а может, пойдем куда-нибудь поужинаем?» И тут, конечно, начинаешь их приземлять. Были подкаты, но такого откровенного, чтобы я тебя сейчас изнасилую, нет, не было. Хорошо, а, например, если будет такая ситуация, не знаю, там, фотограф до съемки там начал тебе приставать и, скажем так, легко намекать, но при этом всем он уже платил тебе. Вернешь деньги, откажешься? Да. Хорошо, окей. Самые казусные ситуации уже на съемках.
не знаю, там... Я пришла очень пьяной на съемку, да, это такое было, я привозила воркшоп в очень бухом состоянии, настолько бухом, то, что, мне кажется, я не могла шевелиться, но потом написали комментарии, то, что это был лучший воркшоп, значит, я делала все правильно. А вот это... какой помощь? Это квас. И, наверное, последний вопрос. Как долго ты собираешься во всем этом крутиться? Может быть, есть какой-то у тебя потолок, до которого ты дойдешь, поймешь, что все, моделью я свою отработала и уйдешь в другую сферу? Ну, как это можно понять? Просто параллельно модельному бизнесу нужно вести еще несколько своих каких-то проектов, задумок. И поэтому, как только я пойму то, что обороты начинают сбавлять, заказы все меньше и меньше, просто погружусь полностью в другой проект. Ну, то есть, по сути, какого-то плана, там, не знаю, до 25 успеть все у тебя нету? Кто может успеть до 25 все, если вокруг так много разнообразного? Окей, у меня нарисовался еще один вопрос, тоже личного характера. Ну, как бы я как снимаю разных моделей, не только профессиональных, но и начинающих, заметил такую тенденцию, что... Очень часто, чем круче модель, то есть чем больше, не знаю, там у нее классных съемок, крутых фотографов, тем больше от нее отворачиваются, ну, скажем так, обычные парни в плане личных отношений. То есть парни боятся, там, не знаю, познакомиться, думают, что у тебя там, не знаю, есть папик, который тебя содержит, и ты вся такая неприступная. Ну, как бы это необоснованный вопрос, он... реально, ну, как бы он существует. Потому что я знаю некоторых девочек-моделей, которые тоже на этом зарабатывают неплохие деньги, но при этом всем у них полная задница на личном фронте, потому что либо есть парень, но он постоянно нервничает, ревнует, что, ну, не знаю, ты перед кем-то оголила свою грудь, либо у них нету парней, и они сидят в одиночестве, пытаясь дождаться своего принца, который, не знаю, там, не могут собрать свои яйца в кулак и взять подкатить. Я тоже ко второму варианту. То есть, блять, я уже запутался. Да-да-да. Нет, слушай, на самом деле, типа, серьезно, то, что пишут на самом деле только дрочеры. Типа, хей, а давай познакомимся, и, в принципе, это уже все понятно, к чему он клонит. Самая большая проблема в том, то, что сейчас людям в большинстве нужно от себя только одно, и сложно среди этих дрочеров найти нормального человека, и, в принципе, просто... Да, ты прав, это полное дерьмо. У всех моделей полное дерьмо с личной жизнью. Ну, хорошо, а допустим, находится такой вот принц на коне, и, например, тебе человек скажет: Жень, ну, так и так, вот у нас с тобой там круто начались отношения, но мне не нравится, чем ты занимаешься. Перестанешь ли ты заниматься этим? Или же скажешь, как бы, чувак, я на этом зарабатываю деньги, я от этого кайфую и пошел ты вообще в задницу. Нет, смотри, все зависит на самом деле от наших отношений. Почему? Потому что, ну, у меня уже была на самом деле такая ситуация подобная, это вот прям в самом начале моей карьеры. И ради человека я была готова отказаться от этого вообще абсолютно полностью, потому что он мне был слишком дорог. Но потом неприятная ситуация сложилась, и, естественно, типа, мы расстались, и я могла делать все, что я хочу. Но для этого нужен прям серьезное намерение, чтобы я отказалась от того, что мне нравится. Как ты думаешь, почему парни суд познакомиться с интересными девушками, моделями, почему они там думают о том, что... Я думаю, они не суд познакомиться, они знакомятся, но с одной целью. Сложился стереотип о том, что модели тупые, ничего не умеют, ничего не делают, сидят дома и реально их прокармливают папики. И, в принципе, понятно, что нужно от этих женщин, как бы, только одно. Но это очень сильное и серьезное заблуждение, и это прям неправда. Ну, окей. В принципе, да. Ну и, наверное, на этом, наверное, все-таки, наверное, все. Спасибо, что ответила на вопросы. Вам спасибо, что посмотрели. Наверное. И всем пока. Жека, вырубай. Нет, он не вырубает. Звук тоже. Нет, звук еще не пишется, а видео тоже еще нет. Пишется?
Ну, второе пиво просто пошло, я уже начинаю писать. Слабо. Не слабо, а мало пьющий. Вообще алкоголь в кадре пропаганда. Это не пиво. Квас. Ладно, Жек, давай, начинай запись. Ты начал? Уже давно? Да. Серьезно? Тебя разъебать? Серьезно, давно? Да, да, да. Ну ты уёба ебаный. Ну можно вырасти мой потом твой. Твоё восклицание, да? А, блядь, как молчит. Смотри, в каком... Всё плохо. Меня Жень зовут. Тебя как? А, Женя. Хуёво. Блин, на самом деле, предыдущие интервью, это не проще начать. Телефон. Что ты уронил? Он не был разбит. Ты попал на бабки. Он работает? Хорошо. Работает и работает. Сейчас я смысл соберусь. Смотри. Это для YouTube-канала или для видео ВКонтакте? Вначале, блядь, короче, я только собираю материал. Я хочу сразу записать 3 и постепенно их буду. Ты вторая. Так что, понятно, почему я не говорю вначале. Лучше первая. Не получилось. Можно просто написать под видео. И начать спрашивать вопросы. Что? Слушай, подожди, чем больше ты тянешь, тем больше я буду становиться в говно. Четко? Нет. Именно этого и не знаю. Вот это зачем пауза. Все, собрались.